Всем привет! Сегодня хочу сказать пару слов о таком необходимом, с моей точки зрения, аксессуаре, как термобелье. Я не буду сегодня делать какой-то тематический ролик на тему одного из видов хобби, который присутствует в моей жизни, и где какую-то определенную роль играют те или иные предметы, которые можно отнести к термобелью. Вот. А сделаю общий, так сказать, краткий обзор и поделюсь своими впечатлениями о продукции швейцарской компании X-Bionic. Я предпочитаю именно эту марку термобелья, так как по праву она заслуживает звания, по моему мнению, самого лучшего в мире термобелья. По нескольким причинам. Во-первых, это самое инновационное термобелье, которое использует массу современных технологий, обеспечивает и надлежащий уровень терморегуляции, и компрессию, и то есть максимальный комфорт при ношении, рассчитано на физиологию человеческого организма, то есть для определенных видов активности определенные служат технологии, определенные, скажем так, виды этого термобелья. Его очень много достаточно сейчас уже линеек, вот, но и о нескольких я бы хотел рассказать. На столе у меня несколько предметов, которые относятся к данному термобелью. Это две футболки, ну или реглана, значит, с коротким рукавом, с длинным рукавом. Это носки, это боксеры и шапочка. Значит, частью из этих предметов я уже пользуюсь много лет, поэтому, ну, как бы, какая-то статистика использования уже наработана, и я могу уже своими впечатлениями, как бы, поделиться с вами, рассказать о нюансах использования, вот, ну и так далее. Значит, сегодня кратко я буквально в двух словах упомяну, и каждую из вещей я, ну, скажем так, сделаю отдельный обзор в отдельном ролике. Значит, что сегодня, ну, скажем так, уже есть, имеется в использовании. Вот уже порядка 3 лет я ношу вот такой термореглан, которая относится к серии Hunting Energizer. То есть вот верхняя часть, я ношу только верх, футболку или реглан. Значит, я отдельно потом ее покажу. Вот такой коробке это все поставляется, очень красочная, очень информативная здесь, и температурные режимы, и каждая из технологий описана, где чего, какие элементы. То есть вот, ну, здесь одну упаковку можно читать, наверное, полчаса, даже тем, кто владеет английским, масса интересной информации. Вот, здесь на обратной стороне линейки термобелья, отдельные модели и награды, которые завоевала в определенных номинациях фирма X-Bionic, вернее, продукция этой фирмы. То есть, насколько я помню, награды она получает начала еще с 2006 года, вот, и по сегодняшний день. Значит, термореглан Hunting Energizer. Так, следующая у нас вот новая футболочка, серия, если я не ошибаюсь, этого года выпущена. Ну, может, конечно, я не совсем прав тут, но Energizer MK2 Summer Light. Она практически не утепленная и хорошо подойдет для трекинга, для велоспорта, для, ну, в моем случае это и для рыбалки в теплый период, в теплое время года. Вот, значит, вот такая футболка с коротким рукавом. Здесь тоже у нас указаны и технологии, которые при производстве этой вещи используются. Вот, и, ну, как бы, общая информация о ней. Значит, здесь она такого цвета лайма, но на самом деле футболка черного цвета. Вот. Значит, отдельно мы, конечно, ее рассмотрим. Лея! Фу! Вот же ж кошка вредная. Так, дальше. А, это
термобоксеры, ну или термотрусы, попросту говоря. Trekking Summer White Men Boxer. Шортс. Вот, эта наклеечка уже лепит наши одесситы, одесский магазин XBionic от UA. Вот там, где, собственно, я и приобрел эти трусишки. Так, да, сказал или нет, значит, данная футболочка куплена в магазине Провела, за что ему отдельное спасибо за хорошую цену, так же, как и магазину XBionic от UA. Так, значит, ну, здесь коробочка чуть-чуть поскромнее. В общем, ну, тоже вся необходимая информация, технологии. Вот здесь это все тоже присутствует. Значит, Лея. Да что ж такое, ну. Trekking Summer White Underwear. То есть, трекинговое белье для лета. Ну, для теплого времени года. Так, значит, и напоследок, ну, вернее, не совсем, но почти. Значит, чтобы был уже полный комплект, вот X-Sox, то есть носки той же фирмы XBionic, Trekking White Extreme. То есть эта серия рассчитана для пеших походов, для туризма, для тоже теплого времени года. Значит, вот такая упаковочка. Здесь тоже указаны технологии, которые использованы при производстве, зоны, которые имеют это белье. Тому, как вы успели, наверное, уже заметить, это термобелье, практически каждый его предмет, оно зональное. То есть для определенных зон на теле, соответственно, свои зоны на термобелье, которые сделаны по различным технологиям и из различных материалов. Значит, носки трекинговые. Extreme Trekking White. Так, вот такие. Ну и последний предмет. Я уже отдельно снимал на него обзор. Это термошапка на Bandeer Cap. Называется она. Значит, отдельный ролик где-нибудь я поставлю или подсказочку, ну и ссылочка будет в описании. Значит, вот этой вещью я уже пользуюсь, ну тоже порядка 3 лет. Значит, очень она хорошо себя зарекомендовала, как бы в холодное время, особенно когда идет перепад температур между ранним утром, допустим, или ночью и днем, когда, вот, например, иду на рыбалку или еду на велосипеде, выезжаю очень рано. Вот, сначала достаточно холодно, то есть вот эта шапка используется как подшлемник у меня. Ну или легкая шапочка вместе с капюшоном или без него. Значит, тоже очень хорошо она и выводит пот, и согревает, не дает голове замерзнуть. Ну, в общем-то, и не парит. Хорошая штука. Значит, вкратце, что можно еще добавить? Вообще, все термобелье XBionic, ну, оно заслуживает вот каждой награды, которую оно заработало. И, по моему мнению, оно стоит действительно тех денег, которые за него просят. Единственный минус, о котором я могу, как о общем сказать, у продукции этой компании, оно достаточно дорогое. То есть, ну, вот как бы, я не знаю, можно для примера, значит, вот, я оставил специально ценнички, хотел показать. Ну, вот это трусы. Термобоксеры, вот эти вот. Вот. Это стоимость, ну, как бы общая. Естественно, я купил со скидочкой. Вот, например, ценничек на вот эти вот носочки. Ну, как бы к вопросу о ценах некоторых людей интересует, сколько стоит та или иная вещь. Вот я скажу, ребята, это действительно очень, ну, как бы так, не то чтобы очень, у каждого свои понятия, но это белье достаточно дорогое. Но при этом его функционал полностью оправдывает его стоимость. Я вам могу вот с полной уверенностью сказать, это белье действительно стоит этих денег, которые за него просят.
Не все, может быть, оценят, ну, многие подумают, да ну, типа, нафиг так дорого платить за какие-то там носки или трусы, но те, кто ценит в первую очередь комфорт и качество, они поймут, что действительно эта стоимость оправдана общим качеством и функциональностью этих вещей. Значит, что еще? Ну, в принципе, наверное, буду заканчивать. Как я уже говорил, каждую из этих вещей мы отдельно я покажу в отдельном обзоре. Отдельно скажу еще немного о технологиях, которые используются при производстве той или иной вещи. Ну и, собственно, посмотрим, как вот новые вещи покажут себя в сезоне 2017 года. Брал я в основном вот часть эту для лета, для велосипеда, для походов, для рыбалок. И, соответственно, посмотрим, как это все будет работать. Но я более чем уверен, что работать будет хорошо. Вот. Спасибо всем за внимание. Извините, может, за такое как бы не совсем информативное видео. Но смотрим дальше. Пока.